jumbler.ru – магазин одежды для подписчиков канала. Добро пожаловать! Нормальный закуп у меня ультимейта. Вообще огонь. Просто бог. Минер, наверное, у нас минирует, скорее всего. Сейчас бы помешать мне крипов стопить. Ты можешь мне не мешать крипов стопить, ты дебил? Боже, вот аутист. А, так ты мне еще мешать будешь фармить, да? Понял. Вот это веселье. Он мешает мне фармить. Круто. Вот это крутяк. Больной, что ли? Минирует здесь, на меду. Так, есть у нас тангусик. Это хорошо. Хилочку особо мы еще. Ты больной, что ли? Ты можешь не мешать мне фармить? Не, это отбитый даун. Просто. Окей. Раз ты так заговорил. Подожди, это же килл. Это же килл. У меня еще и стилить собрался. Понятно. Он... А, он себе ману заливает, не мне, а себе. Ясно. Я ему тангусик, он мне маны. Тут только так теперь работает. Хочет мне фласку сбить. Ой, Кларити хочет сбить. Пошел. Я фуловый. Блин, выжил, офигеть. Вот это да. Аккуратно кот ушел. Начинается. Так, паджик я вижу, паджик я вижу на миду, все нормально, можно продолжать фармить. Сейчас арканы будут. Пришел, схватил, ушел, опа. Гоукил, гоукил. Гоукил. Так, хорошо. Вардишончик сбили. Это отличненько. Дерево хиляет, вообще замечательно. Обычно в пабликах деревья не хиляют, они обычно хиляют только себя. Нормально. Ну
Ну вот если бы мне еще не мешало бы фармить, вообще было бы замечательно. Блин, что там какой-то... Без критов! Я ожидал то, что котел попадет в него первым скиллом, но он от него увернулся. Если бы котел попадал бы в него, то это был бы изи килл. Просто подхожу, даю первый, второй, и как бы на этом все. Он бы по-любому не пережил бы этого. Вот, ну, так как он увернулся, я из-за этого умер. Буха напрягает верку. Так. Вообще пока непонятно, что делать. Надо спушивать. Короче, низ. Просто брать его и спушивать. И идти драться. Что? Это что за стан был сейчас? Кучу ушел. Сюда ж, наверное. Вернул. Поняла. Русская озвучка у типа стоит. Все ништяк. Так, ну товар надо забирать по-любому. Отлично. Эта линия уничтожена. Поехали дальше. Текс. Опа. Да, я отъехал. Нормально. Нет, так, такая смерть меня в принципе устраивает. Так нормально. Так вполне сойдет. Ну дай пауэршот, чё ты? Верка без пауэршота, отлично. Понятненько. Так, поехали сюда. Так, надо чуть-чуть запрятаться. Здесь мины. Байтит на мины. Бзульты. Давай я тебе кину, а ты ему семечку посадишь. Так, минер, труп. Труп, минер, это хорошо. Я думаю, что... А где мины, еще раз скажите? Накина пуджа, маму. Накина. Опасно так ходить, на самом деле. Его, наверное, замучу, потому что мне не очень нравится то, что он с колонками играет. Вижена не хватило, к сожалению. Чуть-чуть. Ну, в любом случае попёр до дома. По-любому. Пуш-пуш. Блин, здесь пуш. Может сейчас стан даст. И в мимана.
Бэк, бэк, бэк. Слишком много. Я не знаю. Куда-то идти здесь тоже не вариант, по-моему. Непонятно, где, короче, мины стоят. Куда ни пойди, везде можно сдохнуть. Ну, они и без того сдыхают, конечно. И без минера. Мне рейнджи чуть-чуть. Нифига себе, там урон под дровкой жесткий. Че, ни у кого сентриков нет? Фу, прикольно. Прикольно. С фигней занимаемся какой-то. Блин, кого бы сюда кинуть, а? Так, все, я вернулся. Я отвлекаю тут всякие пассажиры. Здесь мне находиться, очевидно, не стоит. Хотя там дровка, в принципе, там дровка исполняет. Вроде снесла тавр. Так, пушим, короче. А, забирать. Дай ману. Хорош. Go fight. Ой-ой, как же я живу! Вот там ОД взял и ультанул, негодяй. Я вот сейчас, конечно, в раздумьях, и я, наверное, все-таки не буду дагер покупать. Я вот здесь в этой партии, наверное... Блин, ну, с другой стороны, лотар покупать здесь тоже не особо
конечно. Потому что здесь БХ, который будет все портить. Ладно, куплю даггер. Блин, БХ, короче, всю малину портит. Если мне БХ, сейчас бы купил... Лол. Сейчас бы купил Лотар и нагибал. У вас никто вардов не берет, я понял. Зачем варды? Да, кого пуджа? Кого пуджа? Я кину, я на вас сейчас его кину. Хотел кинуть на них, но раз так. Го-го-го, ОД, ОД. Чего он боится, я не помню. Блин. Ой, печально. Давай без критов, слышишь? Ай-яй-яй, не успел. Так, с этим мы разобрались. Тут где-то стоят мины, я точно помню. Поэтому вот так как-то надо уходить. Так, жадность она. Грех не пожадничать с крипами. 90 хп. Нормально. В принципе, все хорошо. У меня команда играет. Это радует. Ну, то есть, единственное, конечно, что ВР-ка, что собирает, вообще непонятно, что то, что она хочет собрать из этого. Такое. Ну да, она ворчит, походу, выходит. Ну, орчит на самом деле не худшее, что здесь можно было купить, поэтому нормально. Уворачивается, фига себе. Фига себе, уворотчики тут нашлись, чертовы. Что, офигел, что ли? Так, там мины уже вовсю поехали. Ой, ты зря сделал. Это ты зря сделал, дружочек. А чё со станом? Чё за фигня? О, фак. Правильно, зачем мне ману давать, действительно. Боже, ты-то откуда здесь взялся? А, нет, стан сейчас даст. Иди ты. Блин.
Вижна чуть не хватает. Только подумал о Пудже. Думаю, блин, это же скотина не в таверне. Она же где-то вот целится уже. Сейчас бы кристаллы скупить. Как же она вяжет, боже. Такс. О, нужно саблю купить. Саблю. Себре. Сейчас маной угостим, ребята. Блин, ты что тут делаешь? Ты что здесь поселился, что ли, дружок? Он реально тут поселился, походу. Да как ты? Боже, она еще ни разу не связала, по-моему. Просто ни разу. Как так вязать можно? О, связала и убегает. Вот это вообще найс. Он связал его для того, чтобы убегать. Ха-ха. А, я не могу. Что с моей игрой не так? Чисто одни файты. Вот это экшен. Почему он постоянно мне мешает фармить? Ну явно что-то с головой. Так, а вот эту линию, кстати, можно притормозить немножко. Изи бабки. Так, вижу пассажира. 740 хп, чисто на прокаст. Спасибо. Вкусно. Очень вкусно. Чё там по мане? Сабля подъехала. Вот это плохо, кстати. Что, фейзы? Ты... Боже, он фейзы купил. Жесть. Так, с бхра убиваем. Это хорошо, но что мы будем делать с этим негодяем? Кинг. Go kill. О, да ты что, связал? Не может быть такого. Пуш топ, пуш низ. На всей линии сейчас запушить просто и все. Блин.
Тини разрушает, нормально все. Тини разрушает. А там замес идет. Ой, как сладко, вот что бы. Еще. Блин, гребаный крит. Нет, ты зря, конечно, против четверых стоишь, дерешься, дурень. Просто с головой тип не дружит. Воу, даггер. Хук. Что за отчаянные поступки? Не, ну поджали, поджали, ничего не скажешь. Просто поджали типов. Ой, за малым. Вообще по мелочи там. Как же нам заходить-то? Минер уже наставил столько, что просто. Блин, я чем больше он мажет, короче, тем больше мне спешно. Ну, столько мазать, это вообще капец просто. Тупо зачем брать ВР-ку вообще, хз. Ой-ой. Ой-ой, это ж даггер! Да, я немножко отъезжаю, кажется. Сейчас тут бум будет, большой бум! А, идите сюда! Ой, ты что тут делаешь? Помощь, мне нужна помощь. О, нормально, тем временем пацаны снесли мид. Все верно. Боже, он бессмертный какой-то. Сейчас я умру, сейчас я умру, сейчас я умру. А, мясы вообще жесткие от котла. Она арчит вообще хоть раз за игру, да? У типа арчит, смотрим. А, нет, да ладно, смотри. Вы что-то поздно немного. Ты уже под крипов сдох, наверное, уж потратил. Бамс! Крипы взорвались. Чуть-чуть мне до аганима не хватает.
Даже стики, если продам, все равно не хватает. Блин, надо что-то дофармить где-то. Опа, подождите. А ну-ка, может мы сейчас жертву... А нет, он убежал. Блин. Чё ж такой аккуратный-то? Есть огонимчик. Это хорошо. Поехали путешествовать дальше. А можно варды купить, а, ребят? Варды, варды. Беленькие такие вот. Вардишончики. А, вижен, вижен, вижен. Подожди, пуш, ты что, больной? Иди отсюда. Боже, что ты тут делаешь? Вот это я встрял. Вот это вообще я не ожидал этого пацана здесь увидеть. А, все, поехал гоним. Все, все, варды нам уже не нужны, отлично. Это хорошо. Так, нам надо что-то на скорость так, на кирасу купить. Кираса вообще нормальная тема. Ляп, сметочка. Поехали. Вот, отлично. Так, поехали. Все, я уже через 5 секунд готов. ВРК, дагер. Огоним уже готов, осталось только принести. Не, ну чё, у нас все хорошо, в принципе, мы их загнали, они не фармят. У нас вообще полностью вся карта в нашем раз. Ай-яй-яй, надо было на низ лететь, я не увидел этого. Фак. Фак, фак, фак. Ну что там, барах упал? Этот пуш, боже, еще тоже все планы портит. На тебе. Мышатник тут треки накидывает на нас вообще охренеть. Ну окей, ты связал, а дальше чё? Нафиг ты вяжешь просто так? Без смысла. Топ, он просто без смысла вяжет, реально. Он просто кидает. Может, у него челлендж, типа, связать двух героев? О, он без маны. Блин! А, то есть, подожди, это что такое? Что это было сейчас? Тэнч, тэнч. О, захиляли. Ге-ге, все, сдались. Блин, ну что с моей скоростью атаки? Вообще никакого. А чё ты вебэкнул сразу весь? Блин. Хищу Юла, это кто Юла поднял? А, молодец.
наверное, столько мин стоит вот на этом таверне. То есть они просто так дерутся там. Вообще не за что, просто дерутся. А, ну да, у типа походу челлендж связать двух героев 7 раз. Помню я такой челлендж. Но это многое объясняет тогда, почему он постоянно так кидает. Без перерыва. Отлично, байбекнулись, и мы фуловые. Поехали дальше. Кура отлетела. Так, давайте. Кого цеплять? Посмотрим. Сейчас Пуджа можно убить. Пуш сам играет. Сейчас бы самому не отъехать. Байбек. А ну-ка, где ты, ВХ? Лично. Так. Ну все, короче, спушиваем, заканчиваем партиечку.